Типа, если он что-то типа, не так скажет или будет смеяться, не, типа. Не, нормально, то... я думаю, учитывая, как он вчера просил. Давай, говори, что. Бумагу, я думаю, он прекрасно понимает, что главное, чтобы его поняли и простили. Короче, а я вас не могу не мутить, да, ВБ? Слышали, нет? Один, два, три, один, два, три. Я просто замучу. Ну вот скажите, когда мутить. Вадим, никого не слышно, кроме тебя. Давайте замутимся, микрофоны, чтобы. Слушай, Олегу не нужно мутаться, он и так АФК. Ой. Капец. А где видос? Ты выложил видос или нет? Так, короче, меня не слышно. А ты не с крана воду пил, я надеюсь? Да похуй. А где? А он там, блядь, Диана, он должен был поставить эту хуйню фильтр, блядь. Я вмылся же. А куда он сейчас здесь сделать должен? Я мылся тоже, блядь, с крана. Ну понятно, как мы. Дианыч, скажешь, когда звонить будешь? А ты выложил видос, Вадя? Давайте, я звоню. Все. Сейчас так, стоп, подожди. Надо сказать просто, что... Я хочу на подмышку посмотреть. Просто, что я гей, да? Нет, не просто. Скажи текст. Ты подвести, скажи, папа, мы взрослые люди. Плавно подводить к этому. Я долго держал в себе это. То есть тебе нужно исповедаться, сказать, что, понимаешь... пришли, я не могу в себе это больше держать, я хочу понимания, и в то же время я хочу с тобой оставаться честным. А если он, короче, зарофлит и пошлет меня просто, ну, типа... Нет, если ты ему так скажешь, то ему нужно будет понимание, он так не сделает, должен сказать, нет. Пап, в своем стиле, как ты с ним общаемся, пап, привет, блин, вот такая история, короче, хочу тебе сказать, но ты меня, пожалуйста, выслушай, потому что тема непростая для меня. Прям хорошо отыграй. Да. А если он все хорошо отыграет, то батя поймет, что это рофл, типа, и скипнет его, все же засчитается, по идее. Ну, по идее, да. Это значит, что да, просто батя получит хейт. А я могу потом перезвонить и сказать то, что это был рофл? Ну, если ты офигенно отыграешь, то почему нет? Okay. Ну, минут 10 пускай попереживает. Позвонишь, а он тебя в чески нет, блин. Ой. Давай, после стрима перезвонишь. Сейчас. Да, пусть после стрима. Выключать уже, да? Так. Он позвонил? Нет, еще. Да, бля. Он звонит. Хуёво, что мы не уже звонит, волне. Он уже звонит. Ты звонишь? Блядь, а кто может записать? У меня не... Злой, ты можешь записать в ВБСке сейчас? Злой. Я могу. У меня идет запись. Илон, у меня есть. Алло, да, привет, пап. Okay. Как у вас там дела? Нормально, порядок. Слушай, я тебе хочу кое-что рассказать. Я долго это скрывал, и вот сейчас, я думаю, пора уже рассказать. А ну давай, приколи меня. Короче, я гей. Да ты что? Да. Ну мы же Европа. Ну я серьезно сейчас говорю. Так я тебе серьезно говорю, мы же... Тут ничего такого нету. Ну правильно. Спасибо. Все, новости есть. Ну, хорошо, что ты принял, это нормально. Ну, все, и мне прикольно, и тебе. Да, давай. Пока не. Ну, ушел за ней. Давай, пока. Размучиваем? У тебя мировой батя! Это можно было просто пока! Ебать! Да просто... Блять, я не ожидал, что я включаю.